Виктория Оганесян, обладательница феноменального голоса диапазоном в 5 октав. Для сравнения, диапазон большинства эстрадных певцов – 2 октавы. Уже в 10 лет Вика стала широко известна благодаря удивительному номеру, где она исполняла сложнейшую арию инопланетянки из фильма «Пятый элемент». Музыкальные критики пророчат ей мировую карьеру. Мне с легкостью удается брать как высокие, так и низкие ноты. Я все представляю, все, что я пою, каждое слово. Я как будто переключаюсь вообще в другой мир. Моя мечта – стать оперной певицей. Sono solo sogno all'orizzonte quando ne parole. Sì, io so che luce, luce non stranzo quando manca il sole. Sì, lo ci sei tu con me, sì. La finestra mostra tutto il mio cuore che ho acceso. Chiudi dentro me la luce che hai comprato per strada. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e ne sono con te. Sei lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì, lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to Ух. У вас нет слов, Олег? А, я крикнул «Браво!», но это потонуло в аплодисментах.
Спасибо. Мне нечего сказать по поводу данных, по поводу обучения, по поводу всего. Все замечательно. Я могу сказать только по поводу конкретного сегодняшнего выступления. Вот буквально на сантиметр дальше микрофон бы держать. Ты к этому потом привыкнешь и с этим справишься. Это вообще техническая ерунда, но тем не менее, это так, как совет. Меньше волнуйся. То есть волнуйся по делу, по тому расставанию, которое сейчас будет. Time to say goodbye и то, что портирол уже, я действительно уезжаю сейчас. То есть все переводи волнение всегда вот в ту историю, которую ты рассказываешь. Виктория, спасибо. Спасибо. Замечательно просто. Данные, замечательный голос. И ты поешь, как живешь, как дышишь. Это настолько твое естество. Ты готовая тоска. На самом деле. А я сразу сказал Олегу, что драматическая сопрано. Сказал. Да. Я счастлива, когда я вижу таланты, которые не делают какие-то пасы для публики или что-то такое, хотя ты поешь для публики. Ты зажигаешь людей, которые сидят вот кругом и сидят у телевизора. Я уверена, они будут так же реагировать. Я тебя поздравляю и поздравляю себя, что я услышала твой голос. У тебя очень сильный голос и очень хорошие данные. Я надеюсь, что мы скоро будем приходить в театр и слушать тебя на серьезной сцене. Но для того, чтобы найти свое место на больших сценах, надо найти нюансы в каждой роли, чтобы было понятно, что это поет Виктория Оганесян, да, а не просто красивая песня. Спасибо огромное. Спасибо. Самое главное, что ты с первой же ноты просто захватила силы звука, красивого голоса, покрыла сразу пространство. Это самое главное для артиста. Браво! Молодец. Спасибо огромное. Иди, пожалуйста, сюда. Виктория, во-первых, я хочу тебе сказать спасибо, что ты пела сегодня для нас. У тебя уникальный совершенно голос. Это, по-моему, как в фильме «Пятый элемент», когда вот эта Дива Лагуна берет высокие и низкие ноты. Я знаю, что ты, кстати, и эту арию тоже поешь. Да. И у тебя есть еще одна вещь, которая позволяет показать, да, возможности, да, весь, да, диапазон твоего голоса. Ты не слишком сейчас устала после? Нет, нет, конечно. Ты можешь показать вот буквально вот этот элемент, насколько я знаю, это перуанская певица. Хорошо. У которой, да? Да, конечно. Ощущаешь? Вот у тебя внутри живет как отдельное существо твой голос. Я стараюсь максимально беречь свой голос. Отношусь к этому очень серьезно. А вот элемент волнения, о котором говорили и наши жюри, и, наверное, конечно, оно есть всегда на конкурсах. Да, да? Но я стараюсь много не волноваться, не думать об этом. Что тебе помогает с ним справляться? Я очень много молюсь, и поэтому... Даже когда на сцене, я все время говорю про себя, что, Господи, все получится, я только на твою помощь. И мне кажется, только так. И мне кажется, он тебе помогает точно. И я хочу сейчас сказать огромное спасибо маме, потому что мы можем только себе представлять, какая это ответственность, когда в ваших руках такой Божий дар, такой талант. Спасибо вам большое.